В этом видео я заказал игроков сервера модельки, которые можно призвать в ванильном Майнкрафте, начиная за одну алмазную руду, вплоть аж за 512 ар. И даже так цены последних оказались недооценены. Так что поставьте лайк, и мы начинаем. Короче, первая одна алмазная руда, или первая алмазная руда, что? Ну. Я не помню, что там было, но вроде просто нашел челика, и он согласился мне за один ар просто сделать модель. Так, короче, поехали, давай первый, я жму. Нет, я жму все кнопки. Нет, я жму, да. Ох ты. Прикол. Кубик Рубик. Ну, кубик Рубик. Давай, шусь. Нет? Да, все. А, даже снизу понял. Сделал. Ладно. Ну, неплохо. А, да, реально снизу сделал. Ну, за динар, знаешь, кому вообще не лень такое делать. Это нормально даже. Сколько ставишь из 10? Для одного ара неплохо, ну там 8, ну, 1 ар. Что-то хочет человека. Причем я уверен, что будет хуже. Ну, я ставлю 9. Капец, ты так обозреваешь, я не знаю, будто тебя сейчас проколет кто-то сзади, я не знаю. Так, ладно. 8 ар! Ура! Давай! О! Курилка. А666НА. Это шо, олигофренд делал? А, нет, курилка! А кто делал? Не написали, не написали, что Сашик, Савик, кто делал? А я не помню. А ну-ка, стой, подожди, сейчас я скрин сделаю. Я 66NA, 55. Ну, а внутри что-то есть? Ну... По-моему, эта моделька старше, чем сама курилка. По-моему, эта моделька вообще покурилась, если так быть четким. А что это? Это такси Кушать или полиция? Такси. Что это? Это такси? Это такси, да. Это даже не похоже. Ну, похоже. Короче, нормально, оцениваю на семерку тоже, на семерку возможно. Ну, за 8 ар это тоже было не лень, в принципе, сделать 7 из 10. Неплохо. Ну, давай, так дальше, что у нас? Ого, давай, насколько уже подскочит цена, ура! 16 алмазной руды. Вау, 42 командных блока. Че, удивишь меня? 42 командных блока. Так, и, короче, за 16 ар 2 командных блока, это очень даже много блоков должно быть. Наверное, тоже постарались. Ты тему подводишь серьезно, как топорный. Это в смысле? В прямом смысле. Давай, жми уже, или я сейчас сам нажму. Так, а перед тем, как я нажму, натапайте миллион лайков. Да я ж... Становись. Давай. Да не надо. Кто за что? Надо было реально в ТикТоке стрим запустить. 16 алмазных руды. Давай вперед. А. Я впереди. Ну, что-то сказать, ну. Без мата. Жопа. Дальше разберешься. А что это дерево? А чем это два командных блока? Тут должно быть 128 блоков. Горшок и дерево. Либо листва еще. Ну, нормально. Что? Дерево. Но это... Нормально, почему? Подожди, это... Хотя не, я бы листву побольше сделал, попушнее, если так. Ну, за... Тут дерево такое тоненькое. Да за 16 алмазов можно было в разы лучше сделать. Ставлю 3 из 10. Не, я настолько не... Ну, 6, наверное, 6, ну. Я надеюсь, ты шейдерами сейчас играешь, а не на видео будет опять пустынь какая-то. Что, ой. Сейчас, дай включу. Ой, лагает. Ладно, ого, нихера мы скак, подожди. А, нет, не, а, нихера мы скаканули, слышишь? Ты что-то как-то скаканул, тебе не кажется? Так. 256 алмазной руды, подожди, стой. Делал лимон, кстати. Вот, так получше будет. 52. Пик юмора. Что? Так, знаешь, что еще лимон делал? Что он делал, удиви меня. Вот это? Во. А, это ты типа мне показать хотел, типа что он до этого делал? Да-да-да. Да, это из 17 командных блоков нафиг. А в той модельке 14 командных блоков. Тоже очень. Но мне нравится.
Мне нравится то, что тут прям до мелочей все продумано. Мне интересно, сколько, сколько эта модель весит вообще при файлом. И там же файл можно скачать вроде. Ну, больше 100 килобайтов. Капец. Ну ладно, прикольно. Ну хорошо, то есть за 256R, ну я думаю, понятно, типа, богато заказывают. 256 алмазной руды, делал лимон. Так, ну чё, давай. Ой, давай. Ты меня залагало. Ё, она сюда даже залазит. О, ема. Прикольно, автобус. О, даже логотип сделал, прикольно. Еман, какая титаризация. Мне интересно, а как вы делаете сферы, кстати, вот такие, типа, кругленькие, видишь, он фары сделал. Тяжело. Так, ну, сюда даже зайти можно. А я могу сюда командный блок поставить, типа, чтобы ходить как по нему. А ты можешь? А, не, это нельзя, а, ну, хотя бы люк. А-а-а. А, ну, люк хотя бы делать повыше. Прикольно. Но... А, прикольно, здесь даже вон здесь. Не, ну ладно, но это прикольно, ладно, хорошо, это прикольно. О, а ну садись ко мне. Садись. Это твое предназначение причем. По твоей части. Ай-яй-яй. Я не вылезу из этого автобуса. Ой-ой. Нормально, крутой автобус, детализированы получше всех твоих моделей вместе взятых. Ну круто, круто, да, круто. О, подождите, что-то написано. DMC от Hub. От Portal в Эндермир. Прикольно. Где ты это видел? Второй. Во, надпись. Сверху. Я не вижу. Рыжими надпись. А ты вообще здесь что-то видишь? Тут логотип вон. Нет, тут ничего нет. От Hub, от Portal в Эндермир. О-о-о. Только что на кадре у меня появилось. Я видел только что. О, у меня почему-то под определенным кадром. Ой, углом видно. Хорошо, круто это. Я, вот тебе бы сюда, знаешь, анимацию впихнуть. Типа двери сдвигаются, сдвигаются. А, реально, кстати, можно еще анимации сюда добавить. Ну, это позже, это уже без меня разберешься. Хорошо. Так, 512 модель... Мазда руды. Тихо. Да. 512R, да. Другая версия. Что значит другая версия? В каком плане? Что говори? Что тюнинговый? Это другой человек делал? Нет, это он просто... Это Лимон сделал ее какой-то затюнингованный. То есть он сделал вот это, то этот же автобус, но более затюнингованный. Да. Замечательно. То есть он за 256 сделал автобус, и буквально за... Ну, 200 с чем-то R и прокачал его. Жми, жми. Сейчас жми, опять залагает. О, зависло, зависло. О, это долговато будет. Ну, он, ага. Кстати, на три командных блока. О, я вижу здесь мотор! Я уже отсюда вижу здесь мотор. А там, кстати, был мотор? Йоу! 100 литров на 50 километров! Жрет как не себя, лошадки! Сбежали, остались только силы. Заниже, ниже плинтусов. Ну это, кстати, да. Нет, он не на бензине, он на дизеле. Это... Реально занижен, ты посмотри, он даже... Он даже, слышишь? Он даже шины немного подкосил, чтобы занижено было. А сколько здесь пикселей занижено? Тут, по-моему, ниже одного пикселя. Так. Ой, залагало. Сейчас, подожди. Сейчас. Вот автобус, ты еще раз призвал. Пододвигай. Ё-моё, мне залагало. Да, пододвигай его ближе к этому автобусу, сейчас сравнивать будем. Ага, так, сейчас. Так. Бля, реально занижено. Ну он ее покрасил, он... А, DMC, GDM, понятно, ссылка на ложку. Как думаешь, сколько билет на вот этом автобусе стоит с таким бензином? Я не знаю, я бы за бесплатно бы еле прокатился. Меня бы качало. А, ЕЦЦ, DMC. Он просто номера передвинул чуть-чуть. То есть это буквально та же модель, просто перекрасил, занизил и... Так прикольно же. Ну и просто сзади мотор добавил. Ну мотор, конечно, проработал, я не знаю.
Подкосили номера, боже, менты стопорнут как. А, да-да-да. DMC, GDM, GDM, GDM. Да, блин, но у меня не видно. У меня только издалека это аж видно. Вот тут реально только люк. Реально. Ой, еще идеально подходит. Ема, тут можно прям идеально по высоте стоять в автобусе этом. А, кстати, мы их обоих не оценили, но я думаю, тут даже спорить нечего, то что это 10 из 10. Если вам понравилось видео и модельки, то поставьте лайк и подпишитесь, чтобы я перестал быть ноунеймом, который может позволить себе такое только за игровые деньги. Всем пока.